У нас в гостях военнослужащие народной милиции, которые к вам пришли тоже не с пустыми руками. Конечно же, мы не можем не поздравить наших деток с таким прекрасным праздником. Вы знаете, я сегодня так рад, что нахожусь здесь, в этой атмосфере прекрасного праздника. И мне бы очень хотелось, чтобы этот праздник продолжался как можно дольше. От имени командования батальона «Призрак» имени Алексея Мозгового, от имени всех военнослужащих нашего батальона, конечно же, от себя лично, мы пришли сюда, чтобы поздравить вас, пожелать вам всего-всего самого наилучшего, счастья, здоровья, новогоднего, чудесного, прекрасного настроения, чтобы в следующем году все ваши, даже какие бы они ни были, несбыточные, волшебные, чудесные мечты обязательно сбывались. Но мы сегодня здесь с вами не одни. У вас есть верные, преданные друзья из соседней братской России. Это коммунисты России, Зюганов, Родин Владимир Романович, Кашин Владимир Иванович, Тайсаев Казбек Хуцукович, а также Андрей Валентинович и его коллеги из Подольской железной дороги. Они сегодня рядом с нами, хоть и живут в братской России. Шлют вам свой пламенный, горячий привет, шлют вам свои самые наилучшие пожелания. И от их имени мы сегодня вас поздравляем и вручаем эти прекрасные, чудесные подарки. С Новым годом и всего самого-самого вам наилучшего!